Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у меня мастер-класс для детей и для начинающих. Вот такие пасхальные цыплята мы будем делать. Техники параллельного плетения. Можно сделать их как сережки, так и подвески, разные брелочки. Для того, чтобы сделать, нам нужна тонкая проволочка толщиной 0,25-0,30 мм. И длиной 50 сантиметров. Отрезаем проволоку. Проволока может быть медной, латунной, любая какая у вас есть, нужной толщины. И набираем на один конец проволоки 5 белых бисеринок. Бисер у меня чешский, номер 10. Набрали и распределили по центру проволоки. Затем набираем 7 белых бисеринок. 4, 5, 6, 7. И теперь вторым концом проволоки проходим навстречу первому через все 7 бисеринок. Вот таким образом пропускаем второй конец проволочки и аккуратно подтягиваем за два конца проволоки до серединки. Тоже лучше сложить их вместе и подтянуть к первым 5. Вот такие у нас первые 2 ряда должны получиться. Прижимаем хорошенько их друг к другу, чтобы они были ровно и прилегали вплотную. Набираем следующий ряд. 9 белых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И точно так проходим навстречу друг другу наши проволочки. Подтягиваем за хвостики. Хорошенько прижимаем, ровно укладываем и переходим к следующему ряду. Здесь у нас уже 11 белых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11. Так, перепроверю. Выпрямляем концы проволок и проходим через все бисеринки. Подтягиваем хвостики и выравниваем ряд. Выравниваем и подтягиваем. Следующий ряд. Набираем 8 белых бисеринок. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь одну желтую и 2 белых. Начинается у нас уже идет цыпленок, который вылупился из яйца. Еще не совсем вылез из скорлупы. Скорлупа у нас с острыми такими краями. Поэтому вот начинаем частично добавлять желтый цвет. Следующий ряд. Одна белая, одна желтая, 2 белых. Одна желтая, 2 белых, 2 желтых и 2 белых. Проходим через все бисеринки, подтягиваем проволочку.
Не забывайте хорошо выравнивать ряды. Следующий ряд у нас 1 белая, 1 желтая, 1 белая, 2 желтых, 1, 2, 1 оранжевая, 4 желтых, 1, 2, 3, 4. И 1 белая. Так, белый бисер нам уже не нужен. Теперь переходим полностью на желтый. 4 желтых бисеринки. 1, 2, 3, 4. 2 оранжевых и снова 4 желтых. 1, 2, 3, 4. Проходим через все бисеринки, подтягиваем, выравниваем ряд. Клюв у нас уже получился, и следующий ряд уже добавим глазки. Набираем 2 желтых, 1 черную, 4 желтых, 1, 2, 3, 4, 1 черную. 2 желтых. Проходим через весь ряд. Подтянули. Вот уже и глазки появились. Следующий ряд 8 желтых. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Прошли через все 8. Подтянули, поправили, выровняли. Следующий ряд 6 желтых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяем наше движение. Проходим вторым концом проволочки через все бисеринки. Подтянули, ровно по центру распределили их. И последний ряд у нас 4 желтых бисеринки. Набираем 4 бисеринки. И теперь 2 отодвигаем в сторону пока. Через 2 бисеринки проходим вторым концом проволочки. И на этот конец проволоки мы набираем 4 красных. Это у нас будет колечко для подвески или для швензы, если вы делаете сережки. И теперь проходим через оставшиеся 2 желтые бисеринки. Хорошенько подтягиваем. Эти должны быть вверху. Вот таким образом. Можно перекрутить. У нас получается, вернее, не 2, а 4 красненьких. То ли это у нас петушок, то ли цыпленок-девочка с красным бантиком. Ну, в общем, вот такие милые цыплята у нас получились. И теперь заделываем хвостики. Берем свободный конец проволоки
И по перемычкам спускаемся вниз. Можно пройти полностью до конца. Тогда фигурка будет жестче и хорошо держаться. Но я сделаю до серединки. Мне это достаточно. Вы смотрите по жесткости вашей работы. Если хватает проволочки до конца, то фиксируйте всю длину. И вот таким образом, как будто мы шьем по перемычкам между рядами. Немножко сейчас попробую сфокусировать. Так, вот. И оборачиваем проволочку. Лишнее срезаем. И поджимаем, чтобы она у нас ни за что не цеплялась. Вот такой у нас уже цыпленок готов. И теперь будем надевать швензу. Отгибаем колечко. Аккуратно. Продеваем между красными рядами этими. Вот сверху. И назад зажали. Если вы делаете подвеску, то тоже делайте сначала колечко прицепите, а потом брелочек к нему. Все хорошо распрямили. И вот такие милые пасхальные цыплята у нас получились. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пишите комментарии, будут вопросы, задавайте. И всем пока, до новых встреч!